Только в России можно свалки устраивать в лесу. А устраивают дачники, местные жители, городские. И что все время судачит МЧС, что пожар устраивают. Люди, не поджигайте леса спичками. Про какие он спички говорят МЧС? Вот в малейших лучей солнца, пластмассовые бутылки, стаканчики. От этого горит лес, губит леса. Звери от опасности углубляются в лес. От стеклянной бутылки малейший луч солнца накаливает. И вспыхивает моментально трава. А лето бывает разное, жаркое, бывает прохладное. Но этого и достаточно, лучи солнца попасть, что вспыхнула трава сухая, и лес загорит мгновенно. МЧС говорит только про спички. Конечно, они же сами технику безопасности не соблюдают. Пролетая, проверку делая, они тем самым сами загрязняют леса, реки. От выпитой бутылки, минералки, лимонада, ну или, конечно, водки. Что ни странно, бывает только в России. Вспыхивает и пожар. И говорит все, что матушка природа дает нам. Пищу, тепло и красоту. А МЧС и лесники, и егери берегут? Задайте вопрос, услышите ответ. Деньги решают все, так сказал Путин, которым руководят, а он подписывает. Браво! Россия падает вниз.